Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, к Ване Заре на проект пришли две девушки – Софья Вермут и Натали Пирачини. Натали долго жила в Италии, была замужем за итальянцем старше нее на 30 лет, с которым затем развелась, потому что он не хотел детей. Ваня подумал и выбрал все-таки Софью. Валера Блюменкранц устроился на работу. Он теперь работает по пятницам и субботам в караоке в Одинцово. Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко вернулись после отпуска на поляну. Они заселились в свою комнату. Ребята их встретили тепло и хорошо. Как вы помните, к Ирине Донцовой пришел новенький роман. Донцова пишет: «Я в шоке. У меня даже нет планов найти и построить свои отношения. Моя миссия – помочь дочери разобраться в выборе спутника по жизни». Саша Артемова хочет сменить имидж. Девушка решила кардинально поменять прическу и коротко подстричься. Мария Кахно устроила пляжную фотосессию в бикини. Она не стала стесняться и сразу стала выдавать нужные позы и ракурсы. Так что наслаждайтесь просмотром. Бывший участник Антон Гусев имеет славу показушника. А сейчас Антона высмеивают за часы. На всех селфи он старается именно их показать. Оля Бузова находится на грани судебного разбирательства, связанного с низкими продажами ее книги. Летом прошлого года она представила миру свою автобиографию, где откровенно рассказала о пути к успеху, о небывалом семейном счастье. Книга была пропитана эксклюзивным ароматом от Бузовой. Но успеха не случилось, и из 10 тысяч выпущенных книг поклонники раскупили только треть. И теперь издатель Дмитрий Озеранский обвиняет Бузову в плохой рекламе своей книги, из-за чего большее количество изданных книг пылится на складе, а ведь он вложил в это дело более 8 миллионов рублей. Издатель хочет заставить Бузову рекламировать свою книгу 1-2 раза в неделю. Руслана Мишина поделилась с поклонниками подробностями своих отношений с возлюбленным. Парня зовут Милат, их отношения складываются настолько хорошо, что Руслана даже готова стать его женой, что она и сообщила, поздравив любимого с 14 февраля. «Это единственный мужчина в моей жизни, от которого я действительно хочу семью», – написала девушка. Марина Мексика опубликовала видео из кабинета пластического хирурга. Некоторое время назад она сделала ринопластику. После чего многие подписчики часто пишут ей про то, что нос смотрится некрасиво, что до сих пор виден отек. Марина пыталась доказать им, что так и надо, что отек сразу не может исчезнуть. Нужно время. Очевидцы рассказали о беременной любовнице Димы Тарасова. Ее видели в Рио, там она выбирала комод для одежды. И при этом было видно, что девушка беременна. Комод, который выбрала Настя Костенко, стоит более 100 тысяч рублей. Судя по всему, Тарасов ее не ущемляет в деньгах. Но фото беременной Анастасии так и не появились. Тарасов и его фанаты продолжают издеваться над Ольгой Бузовой. Когда он вышел в прямой эфир в Перископе, где ответил на вопросы своих фанатов, то откровенно повеселился над Олей. Многие хотели узнать, как складываются его отношения с Бузовой, общаются ли они после развода. И не обошлось без ехидных вопросов о том, будет ли футболист платить алименты детям, то есть собакам Еве и Челси. Дмитрий улыбнулся в ответ, такие комментарии позабавили его. Глеб Жемчугов записал первый альбом. Все желающие могут получить диск с песнями бесплатно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.